Всем привет! Вы на канале Fagame, я Алексей Макаренков, и сейчас будем говорить о новой Modern Warfare. И поскольку новая МВ — это предельно коридорный шутер, разбирать детали тоже будем одну за другой, такими поступательно-вращательными движениями. И начнем с технической части вопроса, потому что тут все предельно ясно и понятно. Поехали! Движок кода и раньше эволюционировал, делал это постепенно, не очень быстро, но делал. Но общее впечатление от движка — это не только он сам, а то, что с помощью него делают разработчики. И не всегда у них получается хорошо. В EVO 2, например, из-за кривого дизайна и некоторых локаций создавалось ощущение, что играешь в игру пятилетней давности. При этом Infinite Warfare, которую многие не любят, вышла раньше, но картинку показывала куда более крутую. Ну а теперь у нас, по сути, новое двигло, при этом пришел частично старый состав Infinity Ward и показал, как с этим новым двиглом надо работать. Новая МВ выглядит заметно лучше всех предыдущих частей Call of Duty. И достигается это не только прокачанным движком, но и целым рядом других ходов. Работой со светом, физикой перемещения, анимацией оружия, импактом, баллистикой, количеством деталей на каждом уровне, и список этот можно еще долго очень продолжать. В итоге МВ, конечно, не выглядит игрой нового поколения, зато выглядит новым поколением колды. При этом Infinity Ward двинулись в сторону симуляции реалистичности. Не самой реалистичности, а именно ее симуляции. Потому что новая колда — это, как и раньше, абсолютно аркадный шутер с кучей клюквы. Но вот то, как мы этот шутер воспринимаем, сильно зависит от тех самых мелочей. И МВ в технической части сработано так, что аркадный шутер смотрится реалистичнее, чем раньше. Да, это пыль в глаза, но пыль в некоторых местах очень достоверная. И с этого момента делать колду, как раньше, уже не получится, игроки просто не поймут. Повторюсь, речь именно о технической части. Это не революционный скачок, а эволюционный, но сразу по такому числу параметров, что воспринимается, да, как мини-революция для серии. Колда просто стала выглядеть более современно и реалистично. Следующий момент — это принципы повествования. Не сюжет, а именно принципы его построения и композиция. И вот тут все уже не так однозначно. Можно сколько угодно ругать сюжеты предыдущих частей, не любить там какие-то детали, говорить, что иногда было слишком просто, иногда слишком запутанно, но композиция почти всегда соблюдалась неукоснительно. Это мощный пролог, экспозиция персонажей, завязка, развитие действия, кульминация, развязка и эпилог. И что самое главное, между всеми этими элементами почти всегда был неплохой баланс. В МВ формально все эти элементы присутствуют, но кампания на среднем уровне сложности проходится буквально за 6 часов. Это даже для колды очень мало. Из-за урезанного хронометража разработчики баланс, вот с моей точки зрения, в итоге не выдержали. Во-первых, да, из-за хронометража, а во-вторых, потому что хотели понапихать слишком много ярких и шокирующих моментов во все части игры. И они понапихали. Разнообразие действия в МВ одно из самых высоких в серии. Но когда ты везде хочешь сделать ярко, так чтобы запомнилось, пропадают контрасты, а наш мозг лучше всего запоминает именно контрасты. Если в игре нет немножечко затянутых уровней, к концу которых уже вот прям хочется, чтобы они наконец закончились, мы хуже запоминаем уровни короткие и насыщенные. А Modern Warfare — это концентрат. Длинных прогулочных миссий здесь практически вообще нет. Разработчики постоянно меняют формат действия, но очень мало работают с ритмом и темпом. Чтобы вы примерно себе представляли, как Infinity Ward ротирует экшен, просто перечислю часть того, чем нужно заниматься в игре. Тут вначале есть стелс, есть подавление террористов на Пикадилли, то есть экшен в городе, потом бегаем по улицам под видом мирных жителей, таскаем строительные блоки, тут же начинается стелс с глушаком из масляного фильтра, потом минирование вертолетов, а дальше притворяемся мертвыми среди трупов, управляем дронами-самолетами и сбиваем вертолеты, затем сразу раш на авиабазу с переключением на те же самые дроны. Тут же короткая вертолетная атака для саппорта, затем зачистка зданий с ужасно мелкими помещениями, напряжение прям продолжает расти в этот момент. Потом очень короткая миссия с проходом по кварталу за БТР, раш в здании с более широкими коридорами. Тут же нестандартный геймплей, где надо проводить помощницу посла по зданию, переключаясь между камерами наблюдения. Сразу после этого защита точки, потом снайперская миссия, потом стелс за детей вот с тем самым ужасным жутким убийством. И вот так вот вся игра. И вроде бы с точки зрения постановки это здорово, но передышек нет вообще. А главное, каждая миссия очень короткая. И в результате повествование как бы дробится в голове вот на эти самые эпизоды. И получается отчасти эффект Battlefield с ее военными зарисовками. Вроде бы прошел связанную кампанию, но ощущение, что была нескончаемая череда мало связанных миссий. Отчасти это происходит еще из-за того, что авторы почти не выделяют время на взаимодействие персонажей. Все предыстории и раскрытие героев дано очень грубыми мазками. Диалоги даже для колды поверхностные, акцент строго на действии. В целом это ни хорошо, ни плохо. Все зависит от личного восприятия человека и даже отчасти от его настроения конкретно в момент прохождения.
Мне экспозиции героев, раскрытия их мотивации и внутреннего мира очень сильно не хватило. С учетом тем, которые авторы затрагивают, с персонажами надо было работать намного глубже. И продолжительности в итоге тоже не хватило. Там только-только начинаешь втягиваться, а все уже закончилось. А теперь небольшая рекламная интеграция. Сегодня в фокусе внимания игровая гарнитура Logitech G432. Что про нее надо знать? Система объемного звука 7.1, мощные 50-мм диффузоры, технология объемного звучания DTS Headphone X2.0. А по факту звучат очень сочно, создают нужный объем, а главное справляются с основной задачей в сетевых играх и особенно в шутерах. Позволяют очень четко позиционировать все происходящее на уровне. Мы потестировали гарнитуру в нескольких играх: в TF2, 4-й батле, в Ironsight, КС-ке и в Таркове. Направление стрельбы везде определяется максимально четко, откуда приближается враг и на каком расстоянии он находится, тоже считывается отлично. Звук на микрофоне тоже чистый, ясный, без каких-либо помех или искажений. Немного об эргономике. Амбушюры из приятной мягкой искусственной кожи, чашки широкие, ушам не мешают, но при этом не болтаются. Прилегание плотное, внешние звуки экранируются хорошо. Сами чашки вращаются на 90 градусов, место прилегания оголовья к черепу не давит, подкладка не широкая, но очень мягкая. Само оголовье регулируется по длине четко, через прощелки, произвольно никуда не сползает. Гарнитура подключается к любому игровому устройству: ПК, Маку, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch или смартфону. Потому что здесь 3,5-мм четырехполосный джек, а в комплекте идет переходник на 2 трехполосных джека и внешняя звуковуха с переходником на USB. Короче, куда нужно, туда и подключите. По ссылке в описании можно купить гарнитуру в NVIDIA со скидкой в 1500 рублей. Срок действия акции ограничен. Плюс там же по ссылке можно пройти забавный тест на знание озвучки из различных игр. В нем несколько уровней сложности, и он прям нормально сделан, а не только для новичков. И еще один важный момент. Я вот столько всего перечислял, что нужно делать в игре, но при этом масштабных действий в игре почти нет. Каждая экшн-постановка максимально ужата. Если вы там защищаете точку, то перед вами такое малюсенькое поле. Если расстреливаете противника из вертолета, то это просто площадка перед ангаром. Если следуете за БТР, то буквально пару улиц прошли и все. Даже вот единственная миссия, где есть намек на нелинейность, когда нужно посетить подряд три точки, там все на коротке, в сотни метров друг от друга. Короче, размах уровня, скажем, миссии «Скалолаз» или «Припяти» тут вообще даже близко нет. Колда, конечно, никогда простором не блистала, но вот в МВ все еще более сжато. Это не сразу замечаешь, но вот в какой-то момент доходит, что черт, там, где мы в любой другой колде преодолевали бы банально вот такое расстояние, в МВ мы преодолеваем вот такусенькое. При этом разработчики умудрились, вот скукожив пространство, сохранить и даже увеличить накал. Но и чувство, что нас загнали в совсем уж узкие рамки, тоже есть. Но есть и третий момент. Враги в игре по-прежнему тупые, но злые. Даже вот на среднем уровне сложности убивают они очень быстро. Так вот, за всю игру я ни разу не поймал себя на ощущение, что меня пытаются закидать врагами. Иногда их много, убивают буквально с двух попаданий, но никогда нет ощущения, что когда же, черт подери, они закончатся. И вот это вот умение правильно рассчитать число противников, это в своем роде тоже маленькое искусство. С другой стороны, у разработчиков был узаконенный чит. Из-за того вот самого заигрывания с реалистичностью, ТТК в игре очень низкое. И тут запросто можно высунуться из-за угла и одной обоймой вынести 4 или даже 5 противников. Суммирую, из-за очень сжатого повествования в игре почти никак не раскрываются персонажи, ну, кроме отчасти Фары. Все остальные — это просто статисты, даже Прайс, никаких запоминающихся поступков он не совершает. Всего несколько развернутых диалогов и все. И единственное, чем запоминается сам Прайс, это тем, что мы его уже знаем, есть мощный бэкграунд и поэтому «О, это же Прайс!». Но уровень постановки кампании в целом, с моей точки зрения, не дотягивает ни до уровня МВ, ни до уровня МВ-2. Но вот с точки зрения экшена, смены ярких моментов и изменения того, чем именно нам приходится заниматься в игре, МВ — это самая концентрированная игра в серии. То есть тут в одном стакане и Юппи, и Зука, и Ректификат, и Тарафлю, и еще Жабья кожа, и многим вот именно это и понравилось. Двигаемся дальше. Еще раз повторюсь, что МВшка старается выглядеть реалистичной. Это накладывает дополнительные требования на всевозможные мелочи. Когда тебя пытаются убедить, что ты играешь не совсем в боевик, а как бы в настоящую войну, ты автоматом начинаешь подмечать всякие нестыковки. И начинаются истории, когда брат и сестра, например, громко переговариваются в 3 метрах от солдат, и те их не замечают. То есть стандартная Call of Duty история вроде бы, просто тут на косяки, которые раньше были, обращаешь значительно больше внимания. Или ситуация с обезвреживанием бомбы. Мы режем провода под руководством Фары. Это классический пример, как не надо писать инструкции. Как вот в том анекдоте, где ученый читает инструкцию, там, нажмите кнопку А, нажимает. Нажмите кнопку Б, там, он нажимает, все взрывается, он там полуживой перелистывает страницу инструкции, а там предварительно нажав кнопку С.
И тут то же самое, там, режь провода точно по моей команде, зеленый. Ты режешь, бабах, все срывается, перезагрузка, заново. Зеленый, через 3, 2, 1, ты режешь, опять все срывается, опять перезагрузка. И еще раз, зеленый, через 3, 2, 1, режь. И вот тут ты понимаешь, что резать, оказывается, нужно на фразе режь. И вот таких вещей не то чтобы очень много, просто они, да, есть, и они слишком заметны. Ну и плюс, конечно, враги. Вся реалистичность их поведения — это умение иногда не вылезать из-за укрытий и низкий ТТК. А сам АИ как был тупым, так тупым и остался. То есть очень много моментов, когда можно засесть в проеме и просто ждать, когда они в итоге гуськом-таки побегут в своем направлении и целый десяток их перещелкает прямо на входе. Как работала эта схема раньше, так и работает сейчас. Генерал Барков отправил на склад новую партию хлоргаза, которую наемники этой ночью повезут автоколонной в Урзыкстан. При сопротивлении вам разрешено открывать огонь, но только не по российским солдатам. Международные проблемы нам не нужны. Придет серенький волчок и отхватит кабачок. Переходим к сюжету той самой серой морали, которую нам обещали, и к тому, почему вокруг игры в Рунете разгорелся скандал. Будут спойлеры, поэтому аккуратно. Давайте прям по пунктам. Разработчики четко говорили, что в игре будет серая мораль. Что они хотят показать, что война — это зло, что в ней нет однозначно плохих и однозначно хороших сторон. Есть ли в игре серая мораль? Да, кое-где есть. Она есть отчасти на глобальном уровне. Повстанцев, которые сначала вроде как нам помогают и выступают вместе, в какой-то момент командование вносит, как сказано в игре, в список. И вот уже союзники не союзники. При этом прайсы товарищи шлют командование прямым текстом и продолжают повстанцев поддерживать, потому что, ну, типа друзья. На более низком сюжетном уровне серая мораль присутствует, например, во взаимоотношениях брата и сестры, Фары и Хадира. Неожиданно выясняется, что это Хадир украл химоружие, и сестра в итоге идет на брата. Делает она это моментально, без сожалений, типа «теперь он враг, значит надо убить». Отлично, прям отличные родственные чувства. Показано все настолько грубо, резко и необоснованно, что никакого сопереживания этот поступок не вызывает. Они вроде бы столько пережили вместе, так почему она так легко от него отказывается? Брат всегда хотел сражаться без правил. И теперь нарушил их все. Серая мораль — это не просто сказать, что вот, смотрите, этот персонаж хороший, а потом через некоторое время сказать, о, этот же персонаж плохой. Так это не работает. Нужно раскрывать отношения героев. Не в двух словах объяснять мотивацию, а подробно. Тогда станет понятно, почему вообще сложилась такая ситуация. Но в игре этого почти нет. Серая мораль на уровне поступков, но не на уровне раскрытия их смысла. Третий уровень серой морали в игре — это конкретные действия героев. Тут простейший пример. Нас заставляют убить женщину и посмотреть, как ее оплакивает ребенок. Избежать этого действия вообще нельзя. Но обставлено все предельно глупо. Вот подразумевается, что вы убьете ее инстинктивно, когда она поднимет на вас пистолет. Но я вот не хотел ее убивать, зашел за угол, и в итоге женщина просто стояла в пустой комнате и несколько минут палила в стену, пока я бегал и пытался продолжить миссию без этого убийства. Я в комнату периодически заглядывал, типа, ага, стоит, стреляет, ищем дальше. Потом через какое-то время я уж понял, что ну никак без этого убийства не обойтись. И разумеется, острота момента уже была безвозвратно упущена. Вот сами себе представьте, вы бегаете, ищете продолжение миссии, а в комнате рядом уже 2 минуты стоит игровой персонаж и тупо стреляет в стену из пистолета с бесконечным запасом патронов. После этого нас еще несколько раз заставляют убить женщин с оружием, и как бы мы должны из всего этого понять, что главные герои а-та-та, не такие хорошие, как можно было бы подумать, смотрите, что они творят. А по факту, когда играешь за конкретных персонажей, ты все равно как бы на стороне главных героев. Плюс они регулярно совершают действия, которые подчеркивают как бы их добрые намерения. Например, отпускают мальчика к маме, и она в итоге выдает, где один из террористов. Хотя только что мы убивали ее родственника. При этом безоружную женщину во время допроса мясника, например, нам убивать ни при каком раскладе не дают. Или диалог с Прайсом. Он четко говорит, мы пачкаем руки, а мир остается чистым. Такая идея. А если есть сомнения? И главный герой ему отвечает, нет сомнений. Элемент ли это серой морали? Ну, вроде бы да. А заставляет ли конкретно этот эпизод задуматься об ужасах войны и понять, что главные герои не такие уж хорошие? На самом деле нет. Просто как бы хорошие по сюжету парни чуть-чуть намекнули, что не такие уж они и хорошие. И от этого стали на самом деле еще более хорошими для зрителей и игрока, потому что как бы не скрывают правду о себе. Чтобы показать настоящую серую мораль в игре, надо давать играть за все стороны конфликта и показывать другие стороны, за которые мы играли, глазами их противников, каждый раз демонстрируя мотивацию. Иначе будет не серая мораль, а усиление позиции черно-белой морали за счет демонстрации негативных свойств белой стороны. Будет формироваться просто дополнительная симпатия к этому вот хорошему плакишу.
Понимаете, да, о чем я? И вот теперь переходим к тому, почему на игру сейчас у нас так ополчились. В случае с русской стороной серой морали в игре практически нет. Нам никак не раскрывают мотивацию. Из русских действительно сделали зверей. Там откровенно негативных героев, которые убивают мирное население, и мужчин, и женщин, и детей, травят их газом и вешают за неповиновение на кране. И вроде бы русских и раньше в колде показывали злобными и страшными, но смотрите, какой важный психологический момент. Раньше нам обычно показывали главного злодея, который однозначно плохой, и для русских он как бы тоже плохой. И были русские персонажи, которые нам помогали и выступали как бы на стороне добра. И мы боролись как бы не с русским, а просто со злодеем, который, ну, вот такой по национальности. То есть было ощущение, что есть главгад, он гад, но это конкретный человек и маленькая кучка его соратников. В новой МВ по факту вроде бы так же, но воспринимается иначе из-за по-другому расставленных акцентов. Тут главный злодей значительную часть игры остается за кадром. И вроде бы он мятежный генерал, то есть и по меркам русских в целом тоже плохой. Но про это говорится буквально парой фраз, плюс в конце Барков пытается соединиться с Москвой. Но самое главное, большую часть игры нам показывают зверства, не ассоциированные с конкретным человеком, зато ассоциированные с национальностью и с армией. Просто множество русских в форме творят беспредел и совершают военные преступления. С мощным акцентом на этих самых преступлениях. И никто из них не демонстрирует даже намека на мотивацию и на сомнения в своих действиях. То есть даже фразы, которыми перебрасываются солдаты, подчеркивают, что они прям зло. Там баб в прислугу, мужиков на каторгу. И никакой альтернативы этому восприятию в том же временном промежутке нет. А значит, нет и серой морали. И, конечно, это вызывает куда более негативные эмоции, чем там абстрактный русский плохиш на роли главного злодея, про которого понятно, что он прям гад. Плюс не забываем, что игра старается выглядеть максимально реалистичной. И все действия здесь старались обставить так, чтобы смотрелось а-ля такой постановочно-документальный фильм. Вроде бы сюжет традиционная клюква, но раньше это была клюква в гротеске, да еще и с положительными русскими персонажами, а теперь это клюква в реализме и без положительных русских персонажей. То есть во всех предыдущих частях колды, где были плохие русские, серой морали по отношению именно к русской стороне было больше, причем в разы больше. На самом деле в игре есть положительные русские персонажи, это Николай, который обеспечивает оружием главных героев, но мотивация его раскрывается всего в одной фразе, там «Барков позорит мою страну», и в целом он сугубо второстепенный герой. И внезапно в игре есть хорошая русская армия. И казалось бы, вот он элемент серой морали. Только показывают представители этой хорошей армии после титров. К вопросу о расставленных акцентах. Мешает ли такой подход воспринимать игру? А вот сами на этот вопрос и ответьте. Потому что разброс мнений, как вы сами видите, огромный. Вот это же всего лишь игра, клюква клюквенная, никакой серой морали. А чего вы еще ждали от колды? Зато пострелушки хорошо сделаны. Да, это же очевидная русофобия, нельзя такое поддерживать. Обещали серую мораль, а в итоге добавили ее только там, где им хотелось. По факту разработчики сделали все, чтобы вот этой второй позиции были предельно мощные и очевидные аргументы. Потому что серая мораль в игре как бы есть, но как бы не для всех. А когда как бы не для всех, это уже не серая мораль. Помогите! Я не террорист! Всем поставь, тут человек с помощью. Держитесь подальше. Я хочу умирать. Не получается! Поможешь? Я хочу своих девочек увидеть! Хочу увидеть девочек! Сейчас рванет. Не могу снять. Некогда! Помогите! Помогите! Теперь несколько слов о мультиплеере. Наиграно пока немного, но общие впечатления уже сложились. Графика хорошая, анимации годные, легко считываются, настроек у оружия много, хотя самого оружия пока с моей точки зрения мало. Вместо скорстриков вернули киллстрики, и многие этому радуются, потому что «О, они вернулись!» Мне лично не очень понятно, чему тут радоваться, потому что киллстрики по отношению к скорстрикам губят командную игру, но сами по себе сделаны, да, нормально. ТТК низкий, поэтому убивают вас очень быстро, и с одной стороны это иногда позволяет тащить на скеле, а с другой стороны наоборот, вас чаще будут убивать кемперы. И вот тут отдельный разговор. У меня создалось впечатление, что разработчики сделали все, чтобы именно кемперы получали максимум преимущества. О чем речь? При низком ТТК в игре у очень многих стволов очень высокий АДС, то есть время, за которое персонаж прицеливается. К чему это приводит? К тому, что выгодно сидеть уже прицелившись и ждать, когда на вас выскочат. Те, кто постоянно перемещаются, особенно бегом, очень сильно рискуют. Шансы вовремя заметить и успеть снять кемперящего врага минимальны. К вопросу, кстати, о заметить. На картах очень много объектов, за которыми можно спрятаться. И выстрелить в вас могут с очень большого числа направлений. Это еще одна монетка в копилку кемперства. Плюс, внутри помещений часто очень темно, а входы очень хорошо подсвечены.
и входящий почти всегда в максимально невыгодной позиции. У него часто вообще нет шансов заметить сидящего где-нибудь там за ящиком противника. Во многих шутерах эту проблему стараются решить, давая дополнительную подсветку потенциальных кемперских мест, так чтобы у перемещающегося был шанс. В новой МВ на этот вопрос почти полностью забили. Единственное, что сделали, для игрока, сидящего в глубине помещения, происходящее снаружи, слегка пересвечено и далеко не прицелишься. Но этого все равно недостаточно, так что вот абсолютно стандартная история: вбегаете в помещение и тут же умираете. Или если вы осторожно заглядываете в помещение, вы все равно умираете, потому что кемперы пасут входы. А ТТК низкий, там 1-2 пули, и вы труп, просто не успеете отскочить. То есть у меня есть ощущение, что игра всеми силами поощряет кемперство, и по факту игроки это тоже очень быстро поняли, и кемперов в игре очень много. И с одной стороны, это иногда дает такое классное ощущение тактического геймплея, а не традиционной для колды беготни на максимальной скорости. А с другой стороны, блин, кемперы рулят. Можно было снизить этот эффект за счет более быстрого АДС и с помощью детальной работы со светом в помещениях, но этого не сделали. Еще один важный момент — это респаун. С ним была труба в бете, и с ним осталась труба в релизе. Вас регулярно спавнит прямо на линии огня. Вы ничего не успеваете сделать и просто умираете. ТТК низкий, поэтому умираете вы моментально. В ТДМ еще куда ни шло, но тоже часто встречается. А в наземных войнах за раунд можно там десяток раз появиться и тут же сдохнуть. Причем и просто на точке, и при возрождении на отряде. В игре есть стандартная система, которая вам не дает респавниться на члене отряда, который в данный момент участвует в бою. Но эта система не работает. Иногда отряд подсвечен красным, и понятно, что идет перестрелка. Но иногда все горит зеленым, даже не мигает, спавнишься, и тебя в ту же секунду прям срезают. И видно, что бой тут шел давно, просто система поломалась. Баллистика. Она как бы в игре есть, но в тех же наземных войнах ощущается очень странно. Через пятую часть большой карты тебя иногда срезают с обычного ПП, потому что низкий ТТК и, кажется, слишком маленький разброс. И вообще, в наземных войнах выйти на открытый участок — это очень часто гарантированная смерть. Это какое-то время интересно, потому что заставляет тщательно продумывать перемещение, но через некоторое время таки начинает подбешивать, потому что ну не настолько же. В целом, изменения в мультиплеере прям очень серьезные, и многие пишут, что это вообще уже не колда, а что-то другое. При этом ни батла и ни радуга, хотя многие сравнивают, потому что да, какие-то отголоски есть. Как-то так. И на сегодня это все. Пишите в комментариях, что думаете про игру. А еще подписывайтесь на канал, и до встречи в следующих роликах. Пока-пока!